Доброе утро. Сегодня 21 июня. В доме моя школа. Здесь и воробьишки. Вот такие зяблики живут. Может быть, и не зяблик. Какой хорошенький. Красивенький. Целая стайка их полетела. Здесь у школы им хорошо. Шиповник цветет. Разды гуляет. Стайка раздов живет. Березки какие хорошие у школы. Ой, как красиво расцвели у них пионы. Красота какая. Ива большая такая здесь растет. Школа спокойная, им птичкам. Вот их много. Тополь огромный вырос. Улица Плющева вышла на Плющева. Дорога к станции идет. Станция Чухлинка. Такой муж здесь остался еще. Хотя рядом уже переход сделали. Такой современный. Этот мостик еще остался. Через дорогу. Железную. Попадая на вокзал или на станцию, всегда хочется куда-то поехать. Thank you.
кто-то ждет поезд. Рязанский проспект. Такой памятник интересный 50-летию стахановского движения. На Рязанском проспекте. Поля здесь высокие такие, клёны. Рязанский проспект, с другой стороны эстакады, здесь колледж связи. Ворота метро. Поезда уходят и приходят. Также и люди одни приходят в этот мир. Все хорошо, ведь я еще жива, еще могу писать и говорить, могу на белом свете жить. Всем всего доброго.